Здравствуйте, дорогие друзья! У нас для каждого дня есть своя задача, и у природы нет плохой погоды. И мы сегодня принимаем возможность любых ситуаций для раскрытия каких-то секретов, тайн. И сегодня я хочу задать еще один вопрос вам. В это доброе утро. Как вы относитесь к понятию, что Бог может использовать человека? Относите ли вы себя к этому числу? Какие критерии вы можете перечислить, чтобы Бог использовал человека? Если вы можете это сделать, сделайте. И посмотрите, попадаете ли вы в это число. И часто люди, находясь вот в этой зоне, верят в ложь. Чтобы Бог использовал человека, важно иметь. И перечисляется несколько качеств. Кто что? Я не знаю, что перечислили вы. Но я хочу сказать, что Бог именно вас может и хочет использовать в течение сегодняшнего дня. Но для этого есть условия. Ваше желание к тому, чтобы Бог использовал. Ваша посвященность Ему во времени или в просьбе, которую вы выразите на старте этого дня. Например, если вы скажете: «Господь, я хочу быть Твоим курьером сегодня. Используй меня». Даже если вы никогда еще так не молились, попробуйте. И скажите: «Господь, помоги только мне не пропустить как Твое задание, так и то, куда Ты меня поведешь, к кому Ты меня поведешь». Я хочу привести один пример. Когда молодой человек, который услышал, что Бог может и хочет его использовать, так поговорил с Богом в начале дня. Причем он был обычным рабочим, который привозил строительные материалы на площадку. И так он обеспечивал работой, материалами для работы, многие точки. Приехав на очередную точку, он выгружал свой материал и вдруг предложил тому, кто там строит, и говорит: «Скажи, могу ли я тебе быть чем-то полезным?» Потому что он с утра попросил у Бога быть курьером его послания. Тот говорит: «Ты знаешь, у меня проблема с женой. У меня на грани развода, я уже не знаю, что делать». И тут молодой человек задумался: «Господи, а как же я могу помочь? Я же не консультант. У меня же нет этого опыта. Я ему предложил, потому что я почувствовал, что ты мне дашь какой-то совет». После чего он услышал внутри себя как бы направление, что делать. И говорит: «Сходи за листочком бумаги, и сейчас ты запишешь, что надо делать». А пока он уходил, то для себя время имел для молитвы: «Господи, помоги». И сам был удивлен, когда этот человек вернулся. Единственное, что он ему сказал: «Иди и убери дома постель». На что тот удивленно на него посмотрел и сказал: «Откуда ты знаешь, что у нас с женой именно всегда по этому поводу проблемы? Она меня каждый раз просит убирать постель, а я не успеваю, и я этого не делаю». «Ну хорошо, если ты, не зная проблемы, мне ее обозначил, я прямо сейчас в обеденный перерыв пойду это сделаю». И вы знаете, это на самом деле изменило жизнь его семьи, потому что иногда кажется мелочь, но Бог знает, что за мелочью стоит гораздо больше, чем нам кажется. И Бог использовал настолько разных людей в Библии. Моисей, который заикался, Павел, который был гонителем церкви, стал одним из тех, кто наполнил Новый Завет посланиями, потому что 1/3 Нового Завета написана Павлом. И когда мы смотрим на эти вещи, мы можем удивляться, что делает Господь с Деворой, которая была вроде бы управляющая хозяйством в доме, и вдруг она стала судьей в Израиле, Кисфирию, которая была пленницей, или Даниилом и его друзьями, которые тоже были пленниками в Вавилоне. Что делает Господь? Поэтому независимо от того, кто ты, где ты, кем ты себя видишь, ну вот начни об этом разговаривать с Богом. «Господь, я хочу быть Твоим курьером на земле. Я хочу исполнить Твою волю. Помоги мне».
Небесный Отец, я благодарю Тебя, что на самом деле, когда мы соглашаемся быть Твоими курьерами, Ты нас таковыми видишь и таковыми делаешь. Поэтому я благословляю сейчас каждого человека, который слушает и данную программу, стать курьером Божьим на земле. А это значит услышать задание на этот день. Это значит не отказаться там, где ты захочешь использовать уста, сердце человека. И пусть для каждого из нас будет сегодня это задание по силам, потому что ты же выйдешь со своими возможностями, источниками нам навстречу. И я благодарю тебя, что ты сделаешь больше того, чем мы тебя попросили, потому что ты нам дал право взывать, потому что ты есть отвечающий. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Будьте Божьими курьерами.